со слезами на глазах. Песни, опаленные войной, невозможно воспринимать иначе. Ученики 17-й школы на галоконцерте конкурса их не просто исполняли, а буквально проживали на сцене. Каждый номер – настоящее театрализованное представление. Подготовка была масштабной. Костюмы, атрибуты, актерское мастерство. Волновались, конечно, признаются ребята. Наше выступление будет посвящено морякам, которые принимали участие в войне. И вообще, это прям... Мы очень сильно готовились, очень много тратили времени, сил, энергии. Но мы надеемся, что мы победим. Готовиться мы начали еще давно с песней. А насчет сценки начали на прошлой неделе, но вот с песней начали еще до каникул. И готовились долго. Все хорошо сделали, все. Да, ну я лично очень волновалась. Первые отборочные этапы проводились между всеми параллелями средних и старших классов. Для большого финального концерта, посвященного Дню защитника Отечества, были отобраны самые лучшие номера. Провести за один этап такой большой фестиваль, ну, практически очень сложно. Поэтому у нас прошли отборочные этапы, и сегодня большой гала-концерт, который завершает череду мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. 17-я школа не только большая, но и многонациональная. На таких праздниках становится очевидно, ученики не только дружат, но и чтят историю своей страны. Победа в Великой Отечественной войне ковалась силами их прадедов, представителями разных союзных республик. Победа это была всех наших дедов, прадедов. И они должны понимать и оценивать это, и должны оберегать и защищать вот то, что у нас есть, то, что нам... передали на деды поколения. И они вот это, такими проведением таких мероприятий, они как бы проявляют себя и показывают, что вот мы любим свое отечество, мы понимаем, мы знаем нашу культуру, мы духовно растем и воспринимаем все то, что происходит у нас в стране. Победителей выбрать было непросто, говорят члены жюри. Кубки и грамоты вручили за лучшее исполнение патриотической песни. Все участники получили подарки и памятные книги от специальных гостей. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».